Возгорание мусора возле многоэтажного дома на улице Толстого едва не привело к серьезным последствиям. Тем не менее, огонь нанес весомый ущерб недавно отремонтированному зданию. Днем жители первого этажа 52-го дома почувствовали запах гари. Вскоре в квартирах людей стало нечем дышать, и они в спешке начали собирать документы и ценные вещи, чтобы как можно быстрее выйти на улицу. Во время эвакуации кто-то из жильцов набрал номер пожарной охраны. Прибывший расчет в ходе разведки установил, что источником возгорания послужил мусор, оставленный возле входа в подвал. Скорее всего, первым загорелся выброшенный матрас. Жительница, ближайшей к выходу у квартиры, рассказала, что он тлел еще с самого утра. Утром валялся матрас старый здесь, и он загорелся. Окна-то, погода хорошая, окна открыты, и дым потянуло дымом. Выглянул здесь этот дворник, тушит и говорит, видимо, окурок бросили в этот самый, на матрас попал, он тлеет. Но я ему подавала воду, мы этот матрас затушили, он его оттянул вот сюда, к забору, а сейчас я сама не ожидала. Спустя некоторое время матрас воспламенился во второй раз, и вместе с ним загорелась и куча хлама, оставленная у входной двери. Огонь успел перекинуться на облицовку дома и основательно ее подпортить. Следы гари видны даже на стене третьего этажа. А ведь недавно в доме проводили реставрацию фасада. Сейчас хозяйка квартиры, в которой огонь повредил пластиковые окна, намерена разбираться с управляющей компанией и требовать компенсацию ущерба. Ведь, по мнению женщины, куча мусора, сваленная под ее окнами, результат недобросовестной работы коммунальщиков.